Добрый день всем, кто смотрит сейчас мое видео. Я вот вернулась как раз таки к той клумбе, которая осенние посадки, и меня попросили подписчики показать поближе сами цветы, которые здесь посажены, сорта. Значит, как уже я говорила, значит, вот этот первый ряд у нас идет Red Leonardo da Vinci. Сейчас у него начинается второе цветение, весь он на бутонах. То есть после мы обрезали, и сейчас вот посмотрите, сколько бутончиков у него уже образовалось. Здесь у нас идет Виктория Пинч, вот эта розочка. Это у нас Джульетта. Сейчас. То есть она не переставая у нас цветет. Осенние посадки. Это Джульетта, это Джульетта. Далее у нас идет Тесс. Тоже она уже была обрезана и сейчас как бы заново растет. Вот такие помпончики у нее. Это у нас Адмирал. Он сейчас только начинает еще вторую волну свою. А вот что еще здесь у нас Симпати, тоже она нарастила столько побегов у нас. Первое цветение ее было, и там сейчас у нас второе уже цветение. Значит, что у нас здесь еще? Графиня. Вот она у нас. Сейчас немножечко из-за жары мелкие бутоны, но я думаю, что это исправимо. Здесь у нас Жасмина, тоже вот обрезали, вот она дала сколько побегов. Я думаю, что сейчас вот у нас цветет так же и там. Это то, что у нас плети будут пускаться вот сюда по заборчику, то есть вот там. Пока еще забор не покрашен, поэтому они не выложены. Ну, собственно говоря, все. Посмотрите, какая красотка. Сейчас зацветет еще Red Leonardo.